Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром. В ходе встречи обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций. Особое внимание уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, а также обеспечению региональной безопасности и стабильности. Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит председателя Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра в Казахстан Казахстан и регион является свидетельством возрастающей роли Центральной Азии. Волкан Бозкыр поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил итоги деятельности Казахстана в Совете Безопасности ООН, а также проводимую работу по урегулированию сирийского конфликта. Во время беседы также затронуты вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности в контексте ситуации в Афганистане.